Значит, это видео тоже в качестве такого пробного теста я пишу в 720p. Вот, так что вряд ли я буду дальше записывать остальное тоже в 720p. Вот, то есть в основном в 480p все буду. Так, тут уже коридорчики такие, можно запутаться. Так, по всей видимости, я могу пробежаться сюда и налево. Блин, я нажимал на кнопки, чтобы стрелять. Почему он не стрелял? Я вот не пойму, что за глючит у меня все время на эмуляторах. Сейчас я его убью, тогда скуплю. Не мешался нахуй. Так вот. Так. Так. Оттуда мы пришли, там каюта капитана. Идем сюда. О! На эти лестницы никогда нельзя подняться, а там и ничего нет, там черная текстура. Так, тут у нас может быть какой-то враг. За поворотом опять какой-нибудь вылезет. Нет. Эти, он меня не видит. Вот. А, это с глушителем. Смотрите, три хедшота подряд. Неплохо. Так, отсюда мы вышли. Тут тупик. Пошли сюда. Еще один хедшот. Что тут как-то много врагов. Вот туда надо, интересно, идти в ту комнату или нет, я не помню. Вроде в ту комнату надо идти как раз, да. Давайте пробежимся сюда. Сюда опять чуваков не будет. А. Ты что, уходишь без видеокассет? Вернись и возьми их. Там порнуха, да, записано, я так и знал. Я капитан, и я смотрю порнуху. Ой, блядь. А, там еще кто-то. Да блин, я стреляю в него. Кого можно стрелять? А, он сдох уже. На. Сука. Так. Вот тут. А как туда? А. Вот, сейчас посмотрим. Видите, сколько записей. ШК-5. Вернитесь к грузовой базе, чтобы мы вас вытащили. Ага, все, в грузовой отсек надо. Да, мазафака. В грузовой отсек надо бежать. Так, по-моему, это сюда. Нет. Так вот сюда, нет? По-моему, нет, это просто комнатка. Да, это еще одна, типа, каюта. Спидер еще один. Ну все, тут, в принципе, уже миссия заканчивается. Какая мощная штучка. 3 выстрела и уже убил. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду.
по-моему, туда. Это я вроде вернулся в то место, откуда я и прибыл. То есть прибегал. Вот я туда бежал. А куда ж тогда надо бежать-то? Ха. Смотри другую карту. Значит, нужно обратно, что ли, возвращаться? Что-то я запутался. Интересно. Давайте посмотрим эту карту. Смотри другую карту. Что-то я запутался, ребят. Давайте, раз уж мы сюда идем, то чтобы обратно не бежать, так же и побежим. Так, вот здесь. Так, мы здесь. Интересно, надо туда дальше идти. Да-да-да-да, надо дальше идти. Точно-точно. Именно так. Правильно все. Значит, побежали сюда, в этот коридорчик. Так, тут у нас... Тут мы брали уже оружие. Так, здесь у нас... Правильно, надо сюда. Просто я уже в этом месте был... Здесь, на кухне. Просто там было закрыто, а сейчас там открыто. Поэтому я и запутался, думаю, что это я в том же месте, где я был. Только там же было закрыто. Вот здесь. Тут было закрыто, и дальше мне не давали пробежать. Вот, а сейчас тут... Видите, открылась дверь. О. Видите, как сзади появился. Тут, конечно, гранатомет не пойдет, но что тускло очень. Вот так. Видите, сколько врагов. Он, вот тут гранатомет уже подойдет. Этот очень близко. А вот остальных можно гранатометом. Так. Во, иди, еще сколько бежать. Опять сзади появился. Чекпоинт. В принципе, тут их можно и не убивать. Тех, которых... Только тех, которых на пути попадаются. Я не знаю, слышали вы или нет, как клавиатура пикает. Но это я пытался одну кнопку нажать, чтобы целиться, другую кнопку нажать, чтобы стрелять, и третью кнопку, чтобы в сторону отбегать. И у меня клавиатура уже пикает. Я не могу несколько кнопок нажимать одновременно. А джойстик тоже как-то глюч, но он старый уже. Вот. Так, тут что? Тут просто комната. Он загнан в угол. Ха. Такое я не помню, он загнан в угол. Кто загнан в угол? Ты, блядь, уничтожил себе тут корабль. Нафиг, понял? Как развернуться-то, я не помню. Быстрый разворот. Так, со мной не шути. Давайте тогда уже на другое видео продолжим уже в следующий раз.